Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 26 мая, день Гликерии, назван в честь святой мученицы Гликерии. На одном из языческих праздников она смело стала обличать в идолопоклонстве, а затем разрушила их капище с помощью молитвы. За это ее повесили за волосы на мучилищном дереве и строгали железными ногтями тело. Потом били в лицо, бросали в раскаленную печь, но ничего не повредило. Ангел исцелил ее, восстановил ее кожу, содранную мучителями, так что на лице святой не было видно совершенно никаких ран. Старину этому дню народ дал разные названия: Лукерия, Гречишница, Лукошница, Комарница, Лукша. Продолжался благоприятный период для сбора целебных трав. Продолжались работы и в поле. К этому времени появлялись комары. В народе существовало очень много добрых примет, связанных с комарами. Например, сегодня их нельзя было убивать, чтобы не явилось еще больше. Приметы. Если на Лукерию комары появились, значит хорошая погода прочно установилась. Обилие комаров к обилию грибов. Комаров нет, значит в мае дождей не будет. Если комары крупные, год будет очень удачным. Двадцать вторые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника, поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умерены. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!